И снова всем привет, ребятушки. Мы играем в Ark Survival Evolved в компании с Нехочухой. Привет, Полин. Привет, Юр. Привет, ребят. И у нас, посмотрите, что у нас есть. Юр, расскажи, что у нас есть. У тебя в лбу звезда горит. Расскажи, что это за звезда. Да, ребят, мы сделали себе вот такие шлемы. Дело в том, что они очень хорошие. И не садится ни батарейка, нифига, я не знаю. То есть тут все работает либо от электричества, либо от дров. Но так как шлем не работает ни от электричества, ни от дров, то остается загадкой, что за мистика вообще с ним происходит. Он нормально крепится на башке, светит. Проверили ночью, все достаточно неплохо. Короче, это замена факелу. Что мы будем делать в сегодняшней серии? Во-первых, мы приготовим специальную прибабулину, которая позволяет дышать под водой немножко дольше, чем это требуется, чем это не требуется, а обычно бывает, и повышает выносливость эта штука. Как она называлась там? Ты не помнишь? Ой, Лазарус как-то, Лазарус, наверное, да? Лазарус. Лазарус, да. Точно. И мы приручили парочку рыбешек. Вот таких вот. Блин, а ты не могла по именам чего-нибудь поинтереснее? Мужского придумать? А что такое? Зачем? Не надо то. Звездочка, морковка. В общем, ребят, у нас есть две вот такие рыбины. Мы попробуем сегодня найти какую-нибудь пещеру или вообще поплавать под водой, посмотреть, что у нас там имеется. Да, но прежде чем мы это сделаем... Да, может, сейчас нас нагнут. Да, нас всегда здесь нагибают. Кстати, ребят, не решилась проблема почему-то со скином Полины. Я не знаю, может быть, дело в настройках на моей стороне. Я напоминаю, что мы играем на локал-хосте, и как только она садится на какое-то существо, птер или акула, или еще что-то, текстуры пропадают, она становится прозрачной, кроме лица. Если кто-то знает решение этой проблемы, сообщите в комментариях, буду очень благодарен. Так, ну что, значит, Супчик готовим, да, нам необходима была картофелина, потом кукуруза. 5 картошек, 5 кукуруз, 9 жареного мяса, 1 наркотик, если я не ошибаюсь, и 10 мажебери. Да, и получается вот такая фигня, называется он Лазарус, но здесь он написан как кремовый деликатес. Это кремообразное блюдо улучшает физическое состояние. Употребить его, чтобы замедлить скорость потребления кислорода под водой и получить дополнительную регенерацию. Так как я херово готовлю, я решил закинуть все ингредиенты в одну кучу, в одно корыто, пожалуйста, не размешивая, и будем вот таким вот образом все готовить. Поджигай наш. Да, я зажгла, да. А как теперь котелок готовить? Я забрала один котелок, как готовить, Юр? Просто стой и смотри. Все. А, то есть оно самостоятельно происходит? Ну да, там нужно минуту ждать, кажется, и потом начинает появляться. Тихо, не то нажал. Так, ну у нас есть слот для угля. Уголь же что же у нас выделяется после дров? И 2 слотика для вот этих вот кремообразных штучек. Ну я себе одну взяла, нам бы по 2 штучки, я думаю, с тобой вполне хватит. Ну сейчас посмотрим, сколько приготовится. Вот интересно затестить, его нужно перед тем, как ты вот типа хапнул воздуха, съел деликатес и нырнул, или нужно сначала нырнуть и потом под водой его использовать? А ты наведи на него, может быть, там что-то пишется еще. Там, наверное, знаешь как, мы его употребляешь, и потом тебе дается какое-то время для того, чтобы... Пишет, что используется через там 5 часов, и все, больше ничего и не пишется, в принципе. Хорошо. Так, нам необходимы были бурдюки еще, и я почему-то смотрю, что бурдюки наполовину полные или наполовину пустые. Как хотите, так и думайте. И может не получиться, сейчас будем проверять. Может быть, их нужно наполнить полностью. В смысле, что воды не хватит, да? Да, сейчас я, вот у меня есть уже на слотах забитые, на быстрых кнопках. Так, 5. Нет, получился кремовый деликатес, одна получился, штука. Получился, да? Да. Отлично, да, то да. Есть неважно, сколько там будет, наверное, воды. На качество супа это никак не отразится. Бери, Юр, себе один. Да, и что, еще 2 подождем, да? Да, на парочку еще подождем. Ой, а я пока ребятам покажу, пока оно ждется, что я сейчас крафтила такую штукенцию, и называется это навигатор, GPS. И теперь я в любой точке, где бы ни находилась, беру его в руки, и мне указывает широту и долготу, я так понимаю. Да, но им нужно научиться еще пользоваться, видимо, потому что штука бесполезная получается. Ну да. Нет, ну тем не менее, вот как я отхожу, видите, и пишет, что я нахожусь там 70.9 и 59.1. Это хорошо, я думаю, что если ты играешь с другом, и вы заблудились и потерялись друг от дружки, то навигатор поможет вам найти друг друга. Я думаю, что да.
Да, ребят, оказалось, что пытались понять систему координат на обеих картах и на центре. Я напоминаю, что мы играем все-таки на центре. И была еще первая карта, самая первая, где мы поселились на остров, но как-то все это дело подзабросили и продолжили выживать здесь. Не получилось у нас понять, как работают здесь координаты, потому что здесь они одни, там они другие, имеется в виду цифры показываются абсолютно другие. Здесь они в десятках идут, а там в тысячных, да? Кажется. Там в сотах даже тысяч. Ну, там как бы большие значения. Там широта, например, там 5-6 значений и с разными отметками минус-плюс. Да, ну все это сухие нас... цифры, наверное, да. Это не очень интересно. Но тем не менее, важно было об этом сообщить. На быстрый суп я ставлю кремовый деликатес. Хорошо. Так, слушай, ну ночка наступает, я думаю, что интереснее плыть утречком, да, когда ребята. Да, ребят, мы сейчас изготовим этих супцов, наверное. Вот еще одна штука, я забираю его себе. В общем, всё, изготовим. У меня тоже два, Юр. Максимально и подождем утро, наверное, подождем, да? Тогда уже снова вернемся. Продолжим, да. Ну что, ребят, приготовили мы этот супец. Вот так это все выглядит у нас в инвентаре. Вот так. У меня 5 штучек есть. У тебя 3, да? В общем, по 4 на каждого. Но я уже все последнее забрал. Ну, он все отжал просто. Да, пока не хочуха там у нас кое-что разведывала. Ну что, погнали тогда, посмотрим, что у нас есть на глубине. Не терпится. Реально не терпится. Морковка, блин. Как звездочки. Морковка, ты к морковке. Кстати, хочу заметить, что когда мы находимся на рыбине, мы не можем вытащить ничего из инвентаря. Ты куда там уплыл? Ты уже используешь? Нет, еще нет. Но теперь да. Ты уже использовал? Что, нормально? Пошел отсчет, типа держится кислород на одном месте. И слушай, это прикольно. А вот, да, эффект кремового деликатеса. Это, конечно, не Сабнатика, друзья, но... О, слушай, а если shift нажать, можно быстрее плыть, как летать. Ну да. Прикольно. О, это там акула, что ли? Что это такое? Это акула еще одна? Мне кажется, туда лучше... Она какая-то стрёмная. Глубоко там. Давай вот в эту сторону, Юр, поплывем. Давай. Ты меня видишь? Да. Господи, я вижу дельфин. Мама, что это за большие рыбы? Они меня пугают. Это акулы или кто это? Это не акулы, это какая-то херня вообще. Мне кажется, отсюда валить нужно. Они какие-то совсем негостеприимные, нифига. У меня, знаешь, вот я когда видел первый раз эту акулу, мне казалось, что это какой-то, мать его, эпик. Сейчас я сижу на акуле и вижу вот этих рыб, я чувствую себя каким-то ущербом, я не знаю. Такое чувство, будто это малютка такая бедная, беззащитная. Слышишь, а за мной плывет акула обычная. Ну мы можем ее съесть, как бы. Да? Ну как бы давай пока не будем. Тут скатов куча, а то сейчас тут братва заползет какая-то. Слушай, ну мне все равно ж интересно заползти под воду. Ну что ты, нырнуть надо, Юр? Ну погнали. Подожди, вы замерзаете, скорее найдите теплое место. Вот это вот проблема. Не, может, ну, меховое нам нужно когда одеть? Мы так замерзаем, это типа не страшно. Слушай, а кислород все равно заканчивается, я тебе хочу сказать. Да, странно, почему так происходит. Слушай, тут скаты, наверное, нужно отсюда валить. Давай вынырнем, хапанем кислороду. Давай. Я вот вынырнула. Не, ну прикольно, прикольно. Ну классно. Ой, ну мы отплыли, Юр, ты меня видишь? Я на поверхности. О, давай поверху. Да, поверху поплывем. Пойдем туда, вот туда, вглубь, и посмотрим, что там за башней вот этой головой. Давай. Просто фишка в чем заключается? Если мы будем. Ой, на меня скат пытается напасть. Грызи его, грызи. Не хочу. Да не грызи, у тебя нет выбора. Да? Да. Я его пока еще поймать не могу. Их там два даже. И че они на меня нападают? Я просто боюсь тебя куснуть. Да я отплыла, кусай их, кусай. Есть. Оси, интересно, работает здесь? Сишки? Не знаю, Юр, на тебя там как бы толпа скатов, вот ты что творишь? Еще два под этого. Валим. Нихера, слушай, они вцепились в меня. Да ты чё? Да, они ваш пошли морковку... нахрен. Ух куски ты. Дерьма. Сейчас ну, я их... В принципе, слушай, они нормально, их можно убивать. Да? Да. Фух. Так, моя акулка подустала. Подустала? Ага. Выносливости ей не хватает. Сейчас все сделаем. Ты там же. А ты еще с ними дерешься, Юра. Это, я думала, это другая уже... пачка уже. О, господи. Так может мне помочь тебе? Я боюсь тебя задеть, правда? Ну вообще было бы неплохо вот с этим одним. Но он первый уровень.
Отъезжаю. Первый уровень — это первый уровень. Я не могу, у меня... А, он мертвый. А, нет, вон он. Нифига, он не мертвый, он ко мне пристал почему-то. Ой, а как его? Юр, чтоб твою кулу не убили, блин. Я плыть просто не могу быстро, к сожалению. Кошмар какой. Так, все, он теперь твой. Он теперь твой. А как с ним бороться, блин? Ну, кусай его левой кнопкой мыши. Ну, кусай, я нажимаю. Как я нажимаю? Ах ты, гадость такая. Она ж не разворачивается. Ой, Юр, твоя акула из этого. Давай на берег плывем, в смысле, на поверхность. Я атаковал его. Смотри, вон там акулы уже слетаются. Давай на поверхность, Юр. И по поверхности плывем, потому что у тебя животное должно твое отрегениться. Я знаю. Его сейчас съедят. Еще этого не хватало. У нас давай, наверное, вообще к берегу поплывем сейчас для начала. А к какому берегу? Давай к голове поплывем. Ну вот к нашему, мимо нашего острова, как раз там есть мели, в принципе, можно там отгенериться. Ну ты плыви, я за тобой поплыву. Я просто не понимаю, куда ты плывешь на самом деле. За нами акула, имей в виду. Я вот к голове плыву. Поплыли к голове? Ты вообще куда-то в другое место поплыл. Ладно, иду за тобой. Я к берегу сейчас пробрался для того, чтобы немножко отгенериться, и потом поплывем к голове. Отгенериться? Это что за слово такое? Ну, это какое-то непонятное. Меня тоже постоянно спрашивают, что ты говоришь, но что-то говорю. В общем, да, для того, чтобы повысить здоровье, что у нас тут? Слушай, здоровье 300 из 1200. Вот, я тебе про что говорю, она покосанная у тебя просто была, и я это увидела. Ну, мне тогда нужно ждать, ждать нужно долго. Дружочек, я хочу сказать, ждать это хорошо, но вот там... К тебе гость плывет сзади. Отъезжай, Юр. Акула плывет. Да, хорошо. Грибу. Вовремя, да? Песчаный червь, я не знаю, по берегу, пузом шкрябаю. Это жесть. Слушай, ну да, тяжело. Она ко мне хочет теперь пристать. Еще акула идет. Слушай, может, мы ее транквил стрелами задавим? Не, смотри, приплыви на берег. Вот залезь прям брюхом на песок. Я пытаюсь. Но как-то у меня пока не получается. Тут как-то геодата неудачная очень. Ну, тут вот так вот попробуй. По идее, акула не должна сюда залезть. Плыви, давай, залазь брюхом. Да, ползу. Так, а пошли теперь с этими дурочками. Нифига, слушай, они сюда приплыли. Валим. Да подожди, я ее убью. Я застрял. Я ее, говорит, убью. А, Юрка, а где твоя? Я акула-то, не знаю, да где. Да вот он, вот я, но левая. Мы не сможем с ними посражаться нормально. Да почему? Я из нее бью, вообще-то. Я уже почти одну добила. Я бы на твоем месте оттуда свалил. Почему? Там всего две акулы. Подожди, мой этот... минус один. Здоровья маловато просто. Так, это я почти добила. Чё там? Одного у тебя съела, маловато? Да? Да, уже убила. Все, второго подожди. О, все, моя звездочка добила вторую дуру. Так, а у тебя какой уровень? 33? У меня 66. Я вот это ссу? Да. Жесть вообще. Дело, Юра. Так, а в этой только зуб мегалодона. Я 4 штуки добыла. Мяса я не буду. У моей звездочки мяса много. Или мы зажрались с тобой уже, да? Мясо не берем. Ну, у меня немножко. Не, у меня множко. Я вот чего думаю. Говорю. Как-то чего? Не работает этот крем. Я думал, будет эффект упада кислорода, будет как-то останавливаться. Но... Ну, я тоже так думала, но нет. Нифига. Странно очень. Угу. Очень странно. Так, слушай, моя девочка-то, у нее здоровье... А, ты еще что, ладно. Ну, в принципе, можно плыть, наверное. Да? Ты готов? Я поплыли. Готов, у меня 500 здоровья, но... Чё ждать? Голове? Ну, а куда плывём? Да, к голове. Давай под голову нырнём. Это что же интересно? Что там? Давай. Ты под водой или над водой? Ёшкин Макарёшкин. Дельфины? Да тут и акулы, и друзья. Я хочу на глубину. Вот надо хапануть воздуха и нырнуть вглубь. Давай поплывём на тот биом, в котором мы не были, и там попробуем понырять на глубину. Давай. Тогда можно на поверхности плыть. Ну да. Так, выносливость повышу своей красоточке. А как ты ее повысишь? Ну, у нее уровень случился 32. Ага. Везет тебе. У меня только 66. Да, совсем маленький. Слушай, а тут что-то интересное под ним. Под головой. Ты смотри, что тут.
Ну, кстати, тут какая-то глючная геодата, я вас понял. Все, ну, да, я думаю, что сюда я не стоит. Я застряла, если честно, и за мной плывет просто масса акул. Ну, так какого? Сейчас я пытаюсь на поверхность вынырнуть, и чтобы видеть, видимость у меня была хорошая. Да, я предлагаю не придвигаться к голове. Смотри, за мной там шайка-лейка, я сзади тебя, а за мной там шайка-лейка. То есть ты так меня, да, аккуратно подводишь, конфликтные да. ситуации. Юр, я тебе хочу сказать, что я тут застреваю. Почему ты я у меня тоже, поплыли к секвойному лесу. Там... Да плывем, давай пытаться. Ну, видите, что происходит? Почему? Оно ж не должно быть так. Странно. Это очень странно, если честно. Мы вроде не на берегу ничего. Периодически нужно приостанавливаться просто для того, чтобы она как-то быстрее потом плыла. Угу. Но они далеко вроде бы. А, у меня нету выносливости. Вот ну в чем да, проблема. Выносливость. Я думаю, выносливость. В чем проблема. Вот оно что. Игрушка-то сложная. Да, но супчик, кстати, разочаровал. Мои ожидания были несколько больше. Не любишь ты, короче, супцы, да, я так понял. Ну, как-то я ожидала намного больше. Что вообще мы с тобой должны нырнуть на глубку, на глубину. Так, а ты куда там? Вот тут дельфины. К дельфинам пойдем. Дельфины, русалка. Я хочу приплыть к вот этому утесу с водопадами, посмотреть, что там. Сейчас, и там сейчас, понырять подожди. На глубину. Я думаю, это давай, будет давай, интересно. Давай. Это вот туда, да? Вот туда. Да. Я плыву. А мне нужно генериц. О, да, ну... мое любимое слово. Генериц. Генериц. Ничего себе, тут косяк, мама, там скат на меня нападает. Па-па-па-па-па-па, слушай, валим на берег, идем на берег, Плыву. Он недалеко. Там друзей, знаешь, сколько тут друзей? На берег. Просто тьма тьмущая, Юр. А они на нас не нападут, думаешь? Они нападут, но мы хотя бы сможем их постреливать с огнестрела, да. Угу. Сейчас мы с друзьями разберемся. Так, слушай, знакомые выносливо. Места. Не, мы сюда не доходили, Юр. Не доходили? Нет, значит, мы сюда мне кажется, вот этот камень, куда мы парковали этого. Нет. А, он просто похож. Да, он просто похож. А чё дельфины присасываются к нам, я понять не могу. Что тебя ест? Меня съест скат, которого я убила. Все, вот еще один скат. Блин, меня убил скат 19 уровня. Это печальненько. Это печальненько. Так, сейчас, подожди, я знаю, что делать. Так, сейчас я прибуду. Ты на этом? Блин, я не там возродилась. Да, сейчас я быстро умру еще разочек. Я просто не на той кроватке что-то возродилась. Давай, сучка, жуй его. У тебя же зубы есть. Давай, я сейчас быстро себя отдам кому-нибудь, пусть меня съедят. Кто-нибудь слушай, съест. Слушай, это жуть. Ну, акула же должна постоять за себя, да? Ну, чисто теоретически, да. Теоретически, конечно же, да. Должна за себя постоять. Я пока пытаюсь умереть, задохнуться от кислорода, чтобы заразить. Пытаюсь умереть. Не могу. Ну, от нехватки кислорода, конечно. Тихо. Какое задыхаетесь? Спокуха. Держи себя в руках, братишка. Да? Вот ко мне две акулы плывут. Пусть меня съедят. Я вам отдамся. Здрасте. Я бы как бы встрял бы за звездочку. Но мне нужно это делать на акуле, а моя акула оставляет желать лучшего. Так, отлично, кровать. Хорошо. Блин, тут, а короче, ты не можешь просто на берег? Месиво. Там толпа просто прибыла. Ты на берег не можешь прибыть? Ну, мне же их надо убивать. Да, хочу сказать, что так. Я... А-па-па-па-па-па-па-па! Чё, Юр? Я очень надеюсь, что твоя звездочка не сдохнет. Да? Ну и ладно. Живи! Живи, твою мать! Я пытаюсь тут на плот забраться какой-то. Отлично. Ваша звездочка был убит. А, и морковка, плыви, да, плыви, 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 плыви! Твою мать, плыви! Так она же умерла, нет? Да я не про нее, я про себя. Я хотя бы свою задницу спас. Я пытаюсь на плот залезть, во, получается у меня. Ты далеко? Спасся? Да, я спасся. Я возле головы, только с другого места. Я не понимаю, почему у нас дома кровати не рабочие стоят.
У нас вообще там кровати стоят, Юр? Ну, вообще это странно, да, они должны стоять. Но они не рабочие, потому что... Слушай, а ты можешь забрать хотя бы эти седла? Седла? Я сейчас попробую, конечно. Попробуй и жди меня на берегу, там, где нас убили. Я мешок с вещами свои заберу. И, возможно, мы сейчас приручим новых просто акул с берега, потому что там есть и транквил стрелы у нас с собой, и все такое. И тогда мы сможем дальше продолжить наше путешествие. Нет, слушай, это нереал, потому что скат бежит прямо за мной. А ты далеко от меня вообще находишься? От того места, где ты удалена? 1000 метров. 1000 метров. Да. А, и от Птера далеко одновременно с этим, да? Ну, конечно, да. Ладно, ребят, сейчас мы попробуем как-то скооперироваться и чего-нибудь придумаем. Хорошо. Ну что, ребят, приручили мы очередную порцию акул, и здесь очень стрёмное место, они реально не дают нам прохода, вот как, например, сейчас. И как-то багованное управление, не знаю, не шифтуется, видимо, устает очень быстро акулка. Полина, у тебя как вообще? Ну, у меня тоже, да, не все так прекрасно, как мне хотелось бы. На нас постоянно кто-то агрится, нас все время хотят сожрать. Просто неимоверное количество акул вокруг и скатов, мы тут кое-как отбиваемся. Ой, я опять собираю толпу. Да, там скаты, кстати, были. Вот они самые опасные, они мелкие ублюдыши, они толпой, короче, нападают. Нужно как-то где-то куда-то свалить. Угу. Вопрос только в том, где и куда. И тут опять-таки багованная эта геодата долбанная. И получается, что вот я к самому водопаду уже практически доплыла. Ты вообще где там? А, ты по берегу плывешь. Я по другую сторону, да, нахожусь. И у меня тут акула, короче, меня бьет. И я так понимаю, что не смогу укрыться на берегу. Даже если буду пузом чухать камни, они все равно приплывают, начинают меня жрать. Да, и начинают нас есть, это да. Ой, подруга, отвали. Я просто от нее шифтую и уплываю, Юр. И они остаются временем. Шифтовать. Это единственное, что как бы помогает на самом деле. У меня уровень зато повысился. Отлично. Че, плывем тогда к этому острову, вот именно вот с той стороны, может быть, где-то там проход есть, мимо по вот воздуху? Этого камня. Ну да, по воздуху. По воздуху. Ты сказала. Сказала. Летим, но где летим. Ты? А куда ты плывешь? Ну поплыли, а то за мной же толпа. Ну ты меня видишь? Я тебя вижу, поехали в арку. Ты видишь арку такую вот, Юр? А, мы же из нее выплыли. Ну нет, в другую арку. С другой стороны есть еще одна арка. Нет, не вижу. Ну плохо, что ты не видишь на самом деле. Я вижу большой, все, вижу арку. Маленькая, низенькая, да, такая? Да, такая она низенькая. Так, что тут? Тут как-то можно под водой плыть, ничего себе. Сейчас я тебя догоняю. Блять, у меня на хвосте меня. Просто реально. Что это? Юр, я что-то нашла. Какой-то камешек светится. Блин, тут вообще до хера всего, слушай. Подожди. Что это мы с тобой нашли? Только вот бакул бы еще не мешали бы. Может, как-то можно какой-то им отравляющий газ там кинуть, еще что-нибудь. Слушай, ну, я, конечно, грожу умереть могу. Блин, у меня нету выносливости, Юр. Я сейчас, наверное, погибну. Нет, ты просто плыви медленно. Медленно можно от них тоже как бы оторваться. Да? Хорошо, за мной просто скат, всякие годзиллы и всякое такое там плывет. Непонятно. И там не подарок. Не поверишь, я за видела, мной тоже. Какой-то камешек был. Слушай, а что это за валуны такие? Все любопытно довольно-таки. Так, выплываем на поверхность. И мы уже доплыли туда, куда мы хотели, или еще нет? А, я хочу обогнуть вот остров где-то сбоку, но мне кажется, что нигде нет ничего... Нигде нет места, где можно было бы запарковаться. Вот я в дельфина, прикинь, застрял, и все, и не могу двигаться. Это херня какая-то. Ой, слушай, а тут какой-то выступ. Не, ну потихонечку можно плыть медленно. Да, ну, понимаешь, как говорится, первый блин комом, мы с тобой вообще впервые под водой. Как твои ощущения, кстати, господи, мы идем на толпу. Как сабнатики, как графон похуже. Да, графон тут как бы вообще похуже, циклопа тут, к сожалению, нету, который бы спас тебя от всяких бед, да, и в том числе креветки. Это да. Давай заплывем за вот этот угол, за эту скалу. Давай, давай, там с правой просто стороны. Внизу вакханалия, я тебе вообще не советую на самом деле где-то останавливаться. Слушай, на поверхности очень тяжело по поверхности плыть, поэтому я вдоль как бы под воду ныряю, и так вроде бы получше. Но я тут тоже я вижу делаю. Стайка дельфинов, я вижу под тобой. И у меня выносливость заканчивается. Да, выносливость, ну, это печально. Странно. И тут вопрос, как ее качать? Вот это все время поднимать акуле получается уровень? И кто круче тогда?
акула или скат? Не, ну акула однозначно круче, просто акулы, они как бы, ну, крупнее, типа там. Или, Юр, нужно, знаешь, что еще можно сделать? Сделать стайку акул за собой, вот, приручить, я не знаю, штук 30 акул, например, мне кажется, тоже будет интересный эксперимент в будущем. И мы вдвоем на двух акулах, а остальные за нами отбиваются от других, ну, как-то так. Ребят, кстати, неплохая идея. Полина вообще молодец. Как вы думаете насчет этого? Стоит ли приручать 20-30 голов рыб, акул, чтобы они в свите были, чтобы они таскались за нами, и мы тогда сможем исследовать глубины? Вопрос только в том, есть ли там что исследовать, прям вот, чтобы идти на такие радикальные меры. Поэтому пишите по этому поводу в комментариях, если у вас есть какие-нибудь мысли, обязательно мы выслушаем, прочтем и надеюсь, что арк все-таки у нас будет записываться, ну, почаще, чем он записывается. Я знаю, как вы его ждете просто. Так, ты рядышком, да? Да, я рядом. Так, слушай, ну тут вообще нифига не видно. Просто какие-то валуны. О, я увидела землю какую-то. Я нырнула под воду. О, а дальше я лучше бы не ныряла. Юр, я застряла. Как нормально вообще? Я застряла в Геодате. Ну, блин, отлично. Не, ну нормально, ты плывешь уже. Нет, я выплыла, но... Я боюсь, что это край карты. Я упираюсь в какой-то невидимый щит, я тебе хочу сказать. Не знаю, может, сейчас по берегу получится. Нет, вернись, вернись обратно. Я тоже просто херово двигаюсь почему-то. Я тебе говорю, тут край карты просто-напросто, Юр. Ребят, это точно не выносливость. Это какая-то вот реально заглушка тут, я не знаю. Очень тяжело двигаться. Угу. Да, да, я вижу невидимый щит. Может быть, это обновления, которые ведут в будущем? Я вот прям упираюсь, как, знаешь, он проявляется, да, и потом исчезает. Да, да, я ощутил это на себе только что. И как бы вот, да, было такое дело. Ну чё, я предлагаю плыть тогда обратно на берег, где-то там запаркуемся. Ой, а пойдём вон туда, и вот туда, Юр. А ты куда? Меня видишь? Да. Сейчас я выплыву на бережок, на этот. Вот, к башне давай поплывём. Да, идём к башне тогда, посмотрим, ну, что ещё там есть. Тут ещё бы плыть бы нормально, было бы вообще отлично. Ну, сейчас нормально плывёт, кстати, когда вылезли с этой окраины. С этой окраины, блядь. Так, я повысила выносливость, ещё левел получила. Да, и, конечно же, я знаю, что в арке есть подводные пещеры, как и наземные руины и пещеры, но их, во-первых, нужно найти, нужно знать координаты, может, ребята нам подскажут, мы, может, мимо проплывали это пещеры какой-то. Да, вот. Если где-то здесь есть рядом пещера, то было бы классно, мы попробовали исследовать. Отлично, я вошла в тебя, Юр. Как-то нелогично получается, на самом деле. Ну, я просто видела, знаешь, у твоей акулы зубы. Это знаешь, Полин, идешь такой по поезду, короче, по вагону, потом, эй, уважаемый, и я вошел в тебя. Что, блядь? Слушай, тут какая-то птица на воде, я к ней плыву. Давай, можешь ее прикуснуть, кстати. А она как бы вообще решила улететь. Пуганная, да? Да. Кто это? Глянь, как она машет крыльями. И я не могу ее догнать, у меня начинает фризить просто. Там у меня тоже фризит именно жестко. Короче, с водой, я смотрю, тут все не очень однозначно. Не очень, да. Есть некоторые проблемы, и башня на самом деле находится вообще хер пойми где. Она сдалека казалась ближе, если честно. А сейчас она находится, ну, прям, ну, очень далеко. Слушай, я перегоняю птицу, она летит прямо надо мной. Эй-эй-эй! Смотри. Мне больше всего нравится, как они хвостиками делают. Такие чмак-чмак. Главное, чтобы она сейчас не сиранула на меня сверху, потому что будет неприятно. Так это же к деньгам, Юр. Так каким деньгам? Какие деньги вообще могут быть в арке? Неважно, в реале. Не, ну, я понимаю так. Если на тебя срет птица в арке, значит, деньги должны быть в арке. Если срет в реале, значит, в реале. Ну, значит, ты найдешь какие-нибудь подземные сокровища. Ну, конечно. Трындзюлину волшебную, блядь, я найду. Слушай, ну тут опять скаты, акулы и... А, Полин, нам надо как-то на берег где-нибудь. Вообще в реку заплыть, вот это было бы самое то. Отлично. Это было бы вообще классно. Почему-то ты от меня очень далеко. Я не знаю, почему. Это, видимо, глюк опять произошел. Типа метраж показывает? Да, типа показывает, что ты 2000 метров от меня, но такого быть не может. А я тебя вообще не вижу, кстати. Да, отлично. А на меня кто-то там нападает, не знаю. А ты поверху плывешь вообще? Да, я плыву по воде, и я практически у берегов башни, я тебе хочу сказать. Нифига ты шустрая. У меня не получается так шустро. Да, но меня тут просто пытается целая толпа друзей съесть.
А, у меня, слушай, у меня мяса просто не было, поэтому я и еле дыбаю. Понятно. Ой, я нашла островок. Слушай, в воде. Там затока есть, да, какая-то? Типа в нее заплыть можно. Не знаю, я вот нашла островок в воде. Не знаю, насколько это круто. Ну вот маленький островок, за него если заплыть, мне кажется, так будет безопаснее. За него заплыть? Я возле него просто. Не, лучше за него, мне кажется. За него там акула, Юра, ну тебя. Ну а как ты хотела? Тут везде акулы. Уж такой вот жестокий мир. Блин, скат на меня щемится. Там скат, тут акулы. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Вообще тут небезопасно жить. Ну, вот, в общем, мы встретились. Здравствуйте. Да, где-то вот здесь вот давай. Юр, ты за собой такую толпень ведешь, мне даже страшно, да. Я такой. Слушай, тут еще одна акула. Ну, я же тебе про что говорю. Давай вот туда, вот к берегу. О, тут дом наш какой-то. Юр. Отлично, отлично, все супер. Все супер. Мы приплыли туда, куда нужно, ребят. А вот только что делать с вот этой жопницей, так, которая за нами. Так, за углом тут есть и этот, Юр, знаешь, что тут за углом? Поплыли за мной, за углом. Подожди, не-не-не-не-не, тормози здесь, будем отстреливать сейчас хищников. А как мы это будем делать? Сейчас, ну, подожди, как? Я отплыву своей акулкой, пожалуй. Давай. Ты и крутись где-то рядышком, и помогай мне. Сейчас я просто выйду, и сейчас я тебе помогу. Так, один готов. Даже. Он небольшого уровня просто был, поэтому. Ты можешь пойти его покусать, кстати, добыть мясо себе. Да, я могу в акулу пострелять тут с берега. Все. Представляешь, я ее завалила, 33 уровня акула была когда-то. Так, а еще кто-то есть? Я ее с автомата расстреляла. Еще кто-то есть? Ты зачем есть? Позвал рыбу к себе мою? Я не звал. Я да, отпустился. А с кем они сражаются тогда? А я тут при чем? Ну не со мной же ж я. Там скат. Скат со скатом. Нет, да. Там акула, Юр. А, нет, скат. Ну я думаю, что вдвоем они одного ската должны-то завалить, не? Ну вообще как бы должны, да, должно быть все хорошо. Но он уже такой, на последнем издыхании, да, все. Да, все, его убили. Манту все завалили. Так, ну что, ребят, будем, наверное, на этом заканчивать серию. Надеюсь, вам понравилось. И, в общем-то, хотим развивать эту тематику дальше. Насчет армии акул, которые будут за нами следовать в качестве охраны, вы, конечно же, напишите, хорошая ли это затея. Я уверен, что многие из вас... И хотели бы увидеть ее реализацию, конечно. И хотели бы, и уже наверняка применяли такую тактику. То есть, наверное, ну, мне кажется, это должно работать. Ну, как минимум. Ну, не как факт. Считаешь? Не знаю, я просто предложила. Нет, ну как-то люди с этой проблемой борются, вряд ли они спрыгивают с акулы, кидают какой-нибудь гарпун, знаешь, условно, или пику вытаскивают. Под водой мы проверяли, огнестрельное оружие не работает, остается пика, арбалет и еще чего-то, да? Да. Ну и все. Ну хорошо, ребят, в любом случае все ссылочки на каналы будут в описании. Если видосик вам понравился, ставьте большие пальчики вверх. С вами были Нехочуха, Юрий Кот, и всем пока, друзья. Пока-пока, ребят.